Я пока не умею ходить, но очень стараюсь научиться. Зимой я пересаживаюсь с коляски на снегокат. Но, как и мои сестренки, хочу кататься на тюбинге. Это «Елка чудес». Здесь возможно все. Благотворительная акция «Шанс на новогоднее волшебство для детей-инвалидов». Уже шестой год она появляется здесь, в промышленном районе, при поддержке и непосредственном участии главы администрации и районных депутатов. Все, которые письма будут висеть на елке, все будут исполнены. Дети не получится так, что одни дети будут с подарками, а другие без подарков. Это же дети. Если обратить внимание на эти открытки, они действительно очень душевные, поэтому все, кто исполняет эти желания, многие просто со слезами на глазах. Они просят здоровья маме и чего-нибудь скромного себе, например, книгу про трамвай или игру «Морской бой». Подарить ребенку веру в чудо может каждый желающий. «Елка чудес» установлена в комплексном центре соцобслуживания населения на Кирова 242. Гульфия Сафина, Николай Епифанов. События.